очень необычна. И украшена она исключительно игрушками новогодними, которые сделали сами ребята. В этом году конкурс на лучшую новогоднюю игрушку продолжился, и мы обещали, что сегодня на нашем праздничном концерте мы подведем его итоги. Итак, по мнению жюри во главе с Дедом Морозом и помощницей Снегурочкой, первое место в конкурсе новогодних игрушек заняла Настя Курапова. И, конечно, сам по себе жюри пришел к себе в гости. Съешь его, пожалуйста. Когда вы подойдете к елке, вы увидите замечательную хрюшу. Вот это как раз игрушка, которую сделала Настя Куродова. Второе место заняла Алина Клевакина. Фалькович Рома. Я его не вижу, обещал быть на концерте. Гафиатулина Самирочка. Мы обязательно передадим им наши подарки. И я хочу еще вручить поощрительный приз за игрушку, которую сделали две сестрички.